Начались работы в Кургольском заказнике, то есть вопреки мнению 60 тысяч россиян, подписавших обращение к Путину, и вопреки позиции экологических организаций, началось строительство этого газопровода через Кургольский заказник, уникальную такую замечательную природную территорию на побережье Балтийского моря. И в то же самое время другая новость, то что в Швейцарии активы Nord Stream 2 АГ, организации, которая стоит за этим проектом, были арестованы по иску Украины. Первый вопрос, который мне хотелось бы задать Михаилу, как вы считаете, как будут дальше развиваться события? Сможет ли вот эта вот ситуация в Швейцарии остановить развитие этого проекта и спасти, может быть, Кургольский заказник? Арест наложен на Nord Stream АГ. И, в принципе, вот та часть трассы, которая идет через заказник, тоже принадлежит этому предприятию, этой компании. Но почему-то вот то, что касается событий на территории России, не охватывается решением швейцарского суда. Там конкретно арестовано само предприятие или его активы. Единственным собственником второго Nord Stream является «Газпром». «Газпром» не обращает внимания, и с благословения правительства и президента идет напролом в любом месте через любой заказник или заповедник. И напомню, что когда «Газпром» строил первую ветку газопровода Nord Stream, то разрешение на подводящий газопровод «Грязовец Выборг» было получено через год после начала работ. Хотя закон Российской Федерации запрещает начинать строительство без получения разрешения природоохранных ведомств. Вот как вы считаете, сейчас, насколько я знаю, за последние там 5-6 лет поставки газа из России в Европу выросли в 1,5 раза. Действительно ли это настоятельная необходимость, вот этот вот новый газопровод Nord Stream 2? Существующие газопроводы могут доставить процентов на 30 больше газа, чем «Газпром» экспортирует сейчас. И никакой необходимости в дополнительных мощностях нет. Вообще непонятно, почему на всем побережье от границы Финляндии до границы Эстонии «Газпром» выбрал именно кургольский заказник. В принципе, ничто не мешало проложить там же, если уж так приспичило, там же, где и первый Nord Stream. Там еще мы упускаем один момент. На самом краю заказника «Газпром» собирается строить мощнейшую компрессорную станцию. Более 300 мегаватт установленных мощностей компрессоров, которые постоянно работают, создают большой шум, и из-за которого, в общем-то, из заказника улетят птицы. Ну, тут вообще интересная ситуация. Получается то, что с одной стороны Россия выкачивает, «Газпром» выкачивает все больше российского газа в Европу, при этом его потребление в России практически не растет добыча, и что самое интересное, не растет прибыль «Газпрома», прибыльность на самом деле, вот эта рентабельность поставок газа в Европу падает. Я не очень понимаю, на что они рассчитывают, строя новые газопроводы. В принципе, вообще вот развитие «Газпрома» нелогичное. В 2007-2008, в общем, к концу нулевых годов «Газпром» довел мощности добычи и транспорта газа из Западной Сибири до максимума и потом резко бросил. То есть он как бы полностью восстановили, оборудовали новыми компрессорами. И потом как раз оставили и стали развивать новый коридор из Ямала. Недавно был скандал как раз с публикацией экспертов Сбербанка, где они говорили, что все действия «Газпрома» выглядят очень логично, если предположить, что их задачей не является ни максимальная прибыль компании, ни прибыль акционеров, а обеспечение заказами и деньгами за эти заказы субподрядчиков, среди которых мы знаем такие фамилии, звучат как господин Тимченко, господин Ротенберг. В то же самое время, не так давно, западные участники проекта Nord Stream 2 обратились к общественности, так сказать, с открытым письмом, что вообще газовые компании делают довольно редко, заявляя то, что это проект чисто коммерческий, то, что вся критика его неосновательная, и то, что главное, для чего строится этот проект, это все-таки диверсификация потока газа из России
в Европу для того, чтобы увеличить надежность газоснабжения. Вот как вы считаете, что из этих утверждений ближе к истине? Я уже 10 лет пишу о том, что, на мой взгляд, основной причиной всех проектов, экспортных проектов «Газпрома» является желание руководства компании обеспечить доходы подрядчикам. Украина – это побочный, в общем-то, в какой-то мере конфликт, российско-украинский конфликт, он нужен был для оправдания этих расходов «Газпрома». Кремль очень часто использует газовый кран, и не только вот в двух известных случаях в 2006 и 2009 годах с Украиной, когда газ был перекрыт полностью, особенно в 2009 там, на две недели, но и по отдельным направлениям снижают подачу газа, снижают недавно в Турции. Примечательно было история января-марта 2015 года, когда президент Путин высказал недовольство реверсными продажами газа в ГТС Украины из Евросоюза. И тогда «Газпром» вдвое сократил суточную подачу газа через Украину и «Северный поток». Причем «Северный поток» — это сокращение поставок газа по «Северному потоку» было абсолютно несуразным, неумным, поскольку в этот период «Газпром» должен был показать надежность транзитного газопровода, независимость его от каких-либо политических событий и прочих вещей. А тут оказалось, что и «Северный поток» не дает никаких гарантий, и что газ может идти бесперебойно только в случае хорошего поведения, в кавычках, импортеров газа. А что такое хорошее поведение, решает Москва и Кремль. То есть все на самом деле вот эти вот дублирующие друг друга как бы альтернативные маршруты, они сходятся все равно в одной точке в Кремле, где принимаются политические решения. В принципе, если, ну, на взгляд Кремля, что-то плохое сделает Словакия, и что заслуживает перекрытия газа или сокращения подачи газа, то российский газ спокойно будет следовать через Польшу и Германию. И то же самое, если будет там проблема с Польшей, то останется два направления. Но если все яйца, как говорится, сложить в одну германскую корзину, то зависимость всего Евросоюза от двухсторонних отношений Москвы и Берлина будет очень высокой и опасной. Германия, это интересно, ведь насколько это понимают в Евросоюзе и как к этому относится Германия, потому что с одной стороны Германия оказывается в выгодной позиции, так сказать, газового узла, который распределяет газ по всему Евросоюзу, с другой стороны, действительно, она оказывается в центре таких вот политических рисков, потому что, с одной стороны, есть Россия с довольно непредсказуемым, как показывает украинский опыт поведения, с другой стороны, есть Америка, которая уже сейчас заявляла неоднократно, что не допустят «Северный поток-2», чтобы был построен, есть европейские партнеры Германии, которые от этого проекта тоже не в восторге, в частности, например, Польша, балтийские страны. Как вы считаете, что все-таки движет Германией и почему она до сих пор все-таки явно благожелательно относится к этому проекту? Что мешает ей от него отказаться? Движителем являются деньги. То есть Германия элементарно перетягивает транзитный бизнес Украины и Словакии на себя. То, что сейчас зарабатывают Украина и Словакия, причем Словакия – член Евросоюза, все попадет в Германию. И это, в общем, германские операторы будут получать деньги вне зависимости от объема транспортировки газа, как это сейчас делается с Nord Stream. Весь риск взяли на себя акционеры «Газпрома». Коммерческие компании так не поступают. То есть это снижает прибыль, поскольку они вкладывают в новые трубы, в новые компрессорные станции, хотя могли бы этого не делать. Конечно, гораздо удобнее посылать по старому маршруту, причем он обеспечивает гибкость, которую не дает «Северный поток». Я уже называл причины, это большие резервы мощностей по всей цепочке от Западной Сибири до западной границы Украины, наличие крупнейших подземных газохранилищ вдоль этого маршрута. И напротив, на «Северном потоке» и на питающих его газопроводах в России нет ни свободных мощностей,
недостаточного количества ПХГ. Интересно, но в Германии, понятно, не говорят о том, что это конкуренция, это попытка заработать на тех деньгах, которые получала Украина и Словакия. Очень часто зато используются экологические аргументы, то, что российский газ – это хорошее такое переходное топливо. Ну, вернее, как, все знают то, что ископаемое топливо – это плохо, оно вызывает изменение климата, и страны, включая Германию, подписали Парижское соглашение, где они, по сути, обязуются от этого ископаемого топлива избавиться в течение нескольких десятилетий. Но де-факто говорится, что сейчас Германия добывает и использует много угля. Если мы переведем часть энергетики Германии хотя бы на газ, то это будет хорошо для климата, это будет хорошо для экологии, а значит, очередной трубопровод – это не экологическая беда, а экологическое благо. Как вы считаете, есть рациональное зерно в этой аргументации или это все-таки некое лукавство? Дело в том, что даже сам «Газпром» в своих отчетах признает простой факт, что газ становится запасным топливом, поддерживающим возобновляемую энергетику. И как я уже говорил, когда, например, снижается сила ветра, ветряки производят меньше электроэнергии, нужно срочно увеличить подачу газа на газовые электростанции. То есть возрастает необходимость в гибких поставках, даже непредсказуемо гибких. Вот как раз тут передергивание гендиректоров партнеров «Газпрома» в том, что «Северный поток-2», мол, открывает новые возможности. Он не открывает, он закрывает возможности. Возможность подачи газа через «Северный поток» уже есть. Но пока есть и вариант подачи газа через ГТС Украины. А «Газпром» уже объявил о планах ликвидации, физически выкапывания газопроводных труб и закрытия компрессорных станций. Этот проект «Nord Stream 2» он хорошо описывается в терминах Джорджа Орвелла 1984. Как раз вот в этот ряд хорошо встает лозунг «Северного потока», что диверсификация – это концентрация. То есть фактически концентрацию всех газопроводов в одном коридоре, там получается царь газопровод «Северный поток 1 и 2», называют диверсификацией маршрутов, что, в общем-то, действительно звучит по Орвеллу. И опять же, вот, кто управляет настоящим, тот и управляет и прошлым. Если заглянуть на сайт kremlin.ru, то можно прочитать, что говорил тот же Путин про первую нитку Северного потока, про первые две, точнее, нитки Северного потока. Те же самые слова, что Северный поток не направлен против какой-либо страны. Все объемы транзита сохранятся, что мы будем поставлять только газ по вновь заключенным контрактам. Когда построили, в принципе, тогда было ясно и видно, а когда построили, просто обнажилось, что никаких новых контрактов не было, и, конечно же, Северный поток был заполнен за счет сокращения транзита через Украину. То же самое повторяется сейчас, только произносят эти слова не Путин, а партнеры «Газпрома» по проекту и почему-то еще некоторые лидеры западных стран. Но есть еще российские потребители газа, есть потребители газа в том, что называется ближним зарубежьем, в странах бывшего СССР. Мы видим то, что на самом деле «Газпром» сворачивает программы газификации в России, увлекшись экспортом газа в Европу. Мы видим, что там 50% Сибири до сих пор используют уголь для производства электроэнергии. Мы видим то, что произошел провал поставок газа на Украину, хотя это был традиционный совершенно рынок «Газпрома». Вопрос такой, а как вы считаете, что вот эти вот все инициативы сулят российским потребителям газа и потребителям газа в ближнем зарубежье? Не останутся они без удобного, так сказать, топлива? Для России это ничего, для потребителей России это ничего хорошего не несет, поскольку бухгалтерия «Газпрома» устроена таким образом, что большая часть затрат на экспортные проекты ложатся на внутренний рынок России. И, в общем-то, тем самым отражается в ценах потребителей, поскольку «Газпром» регулируемая монополия и не может продавать газ ниже себестоимости. Себестоимость растет, цена тоже. Отсутствие газификации, в общем-то, вредит
во многих местах очевидно вредит даже здоровью граждан. Взять, например, Красноярск, где «Газпром» давно мог бы проложить туда газопровод и перевести город на газ. Но там по-прежнему сжигают много угля и периодически выпадает черный снег. В общем-то. Получается, что локально в Европе все-таки за счет газа, наверное, экология немного улучшится, потому что, наверное, сжигать газ все-таки экологичнее для самой Германии, чем сжигать уголь. Сейчас как бы говорится очень много о том, что это конкурентные вещи, и то, что, например, Америка, которая выступает против строительства этого газопровода, на самом деле хочет продавать просто в Германию свой газ. Насчет конкуренции с американским жирным природным газом это абсолютно не так. Nord Stream 2 он не предназначен для увеличения экспорта российского газа, он предназначен для перевода 55 миллиардов кубов с украинского транзита на новый маршрут. То есть от этого рынок, европейский рынок газа не убавится, не прибавится. И еще добавлю, что пока в Германии нет ни одного терминала для приема сжиженного природного газа. То есть на самом деле американский газ здесь не вариант как замены российского газа, а все-таки что может использовать Германия, например, для если она хочет избавиться от этой своей угольной зависимости, ну, это действительно похвальное, наверное, стремление, хотя, что опять же интересно, оказывается, Германия увеличивает не только экспорт газа из России, но импорт газа из России, но увеличивает и импорт угля, что уж совсем неожиданно на самом деле. Но вот все-таки, если Германия решится распрощаться с углем, что ей лучше делать, по-вашему? При отсутствии политизации можно делать что угодно, не только в Германии. Польша в этом году импортировала гораздо больше российского угля. То есть это экспорт российского угля, он как бы находится вне внимания президента, и поэтому с ним все в порядке. Замена угля на газ – это сродни совету алкоголика, который старается избавиться от алкогольной зависимости. Ему советуют пока вот перейти с водочки на пиво. На самом деле это не излечит алкоголизма, и нужно подходить к этому вопросу кардинально. И декарбонизация должна быть полной. То есть получается, что поставив, так сказать, сделав ставки на поставки газа вот этого вот в Европу по новым трубопроводам на протяжении десятилетий, те, кто платит, а это в первую очередь получается российская сторона и, по сути, потребители «Газпрома», они несут все риски того, что Европа от газа, в конце концов, все-таки откажется намного раньше, чем им хотелось бы, и в результате эти инвестиции не окупятся, по сути, никогда. К сожалению, как показывает опыт «Южного потока», очень часто стремление освоить деньги настолько большое, что строится российский фрагмент, даже не имея никаких гарантий его продолжения, и потом эти трубы либо остаются бесхозными, либо просто разбираются для каких-то новых проектов. Да, как в случае «Южного потока». Сам проект был неожиданным, в общем-то, для многих, отменен в декабре 2014 года, но строительство его с российской части продолжалось еще более года ударными темпами. Уже после отмены. И через год с небольшим Алексей Миллер отрапортовал полную готовность объекта. А вот уже в этом году «Газпром» решил выкопать часть труб обратно. Может быть, теперь их положат на Северный поток, а потом, может быть, выкопают и перенесут куда-то еще.